Сегодня мы сыграем в рычание. Growl. И да, это не файтинг, это beat'em up про Халка Хогана и Индиану Джонса. Наверное, это все-таки крокодил Данди. Ну, да, может быть. Ну, это, короче, битва против этих контрабандистов каких-то и живодеров, которые плохо относятся к животным. Да, напоминает этот Dinosaurs and Cadillacs. Ну да. Или Cadillacs and Dinosaurs. Да, скорее так. И против каких-то, походу... Против сутенеров и офисных работниц. И против аллахакбарцев. Да. Давай уже играть. Я хотел заставочку досмотреть до конца, думал, покажу что-то интересное, но, кажется, нет. Сейчас мы сами все интересные посмотрим. Так. Судя по статам, вот этот вот чел, самый такой атакующий из всех. Ой. Там два чувака в шляпах, типа два Индиана Джонса и два Халка Хогана, чтобы каждому хватило. Это братья Марио и братья Драконы. Блин, бомба была прям рядом со мной, короче. Так. Так. Ой. Эй, что за... Опасные штуки. Friendly fire. Ну, удобно, когда стол деревянный разлетается на базуке. Угу. А, отлично, теперь только прикладом бить. Блин, а, вот, нормально, я взял. Кстати, предупреждение эпилептикам. Эта игра очень много мигает. Сома, отвернись, не смотри. Блин, он сам идет. О, посмотрим. Я сам пристрелю его. Или тоже включимся. Ого. Аллах Акбар. Кажется, моя М-ка больше не стреляет. О, фига у меня сабля. Моя сабля. Успел, успел раньше меня. Ого, пистик. Ой. Классно, я гранату кинул, прямо рядом с собой приземлилась. Я думал, это я тубаретку пнул, она поехала и взорвалась. Такие недобросовестные табуретки, они взрываются. Подделка. Все взрывается. Бум. Классно, пистолетом можно кидаться. Ну, зачем еще нужен пистолет? Да. Как в этом? Можно бесконечно им кидаться, в отличие от других игр. Ты думал, он кончается? Пфф, что за бред, пистолет кончается, когда его кидаешь? Ну, когда в Cadillacs and Dinosaurs, например, кинешь пистолетом, то он ломается сразу же, а тут нет. Как в этом, в голом пистолете, там тоже стрелялись друг друга, потом патроны кончились, они начали кидаться пистолетами. Как голый ты пистолет смотрел? Конечно, с седым челом. Ага. Кстати, с катанкой-то он делает камбу. Да. Вот это да. Ой. Меня сбило поездом, но это вообще не смертельно. О, труба. Офигенно. Самое распространенное оружие в битэмапах. А я, пожалуй, побуду да там... Саймоном Бельмонтом. Блин. Ой. Если тебе экран позволит. Черт. О, фига, я какой-то новый прием научился делать. Или нет? А ты чё? О, теперь я Индиана Джонс, точно. Вообще. Служи, раб. О, девчонки, кнут не потеряли? Я знаю, девчонки любят с кнутом ходить в битэмапах. Только в Streets of Rage какой-нибудь. Ну и правда, как в Castlevania работает в обе стороны. Ты еще этим задним задом можешь бить. Опа, кончился? Я ее додавил. А вот голубь насилует мужика.
жди, голубь. Ой, сори. Бочка взорвалась об меня, но мне пофиг, я же сглупал. Ты же Халк Хоган. Сраная птица, уйди отсюда. Во, это босс из этого, из Fighting Lair. Кто? Который секретный, там, вместо акулы-то вот там. Акула, тигр и вот этот орел. Это голубь. Какой-то голубь-мутант, по-моему. Я все. Может, жду, это пока он начнет срать на них. Может, это звери-мутанты напали на город, а люди защищаются. Возможно, но мы за зверей-мутантов. Машину кинул, я тоже сейчас подниму машину и кину. Давай вместе, чувак. И голубь, чтоб помог. Охуел. Ой. А если голуби не убивать, он станет играбельным персонажем. А, неплохо. О, я могу выбрать. Я выбрал совершенно другого чувака. Ого. А, он начал взрываться. Да, он динамитом надешен. Вот, теперь я Индиана Джонс. Но я... Вряд ли. Черт. Ого, кто-то выпустил голубков. Хе-хе-хе. Я понял, тут Индиана Джонс. А это еще что такое? Потом, значит, Крокодил Данди. Халк Хоган. И этот... как его? Первый босс-то из Final Fight. А, у него какое-то сложно выговариваемое имя. Из одних согласных букв. Краш? Нет. Нет, Краш его же вроде зовут. Нет, нет, точно такой нет. Такой в очках-то еще. И с дредами. Не, он не с дредами, у него длинные такие белые волосы, ну, блондинистые. Ну да. Вот, видел, что я сделал? Это было что? Что-то из арсенала движений Battletoads. А две кнопки? Нет, две кнопки, он просто такую сальтуху делает. Ой, фига еще тут делать. Прыгать? Только прыгать, пригибаться-то мы не умеем. Походу, голубь с нами. Да. А вот уже и бонусный уровень. Эй. Тут нужно заниматься вандализмом и лишать птичек их домов. Да. Это предыстория Angry Birds. Кстати, видел трейлер фильма? Да. Ну, забавно, конечно. Но это не фильм уж, а 3D-мультик просто. Ну да. Вот и черепашки-ниндзя. Только тут два Рафаэля. Ну да. Пожалуй, я возьму тоже трубу. Бросать-то тут можно как-нибудь? Людей. Я уже расстрелял все пули, потратил все это на бочки. Ого. 8 баксов. Что вы делаете, ублюдки? Мы любим животных, а баб не любим. Баб никто не любит. Зачем они нужны, если есть животные? Да, тян не нужны. Фури forever. Ох, нифига себе. Ну вот как после этого не любить животных? Посмотри. О! Помог. Да. А это не смотрел «Голоса»? Он не мучился. Кого? «Голоса» фильм. «Голоса»? Да. Не. Вот с этим чуваком, как его, Берт Рейнольдс? Нет. Райан Рейнольдс, который играл с «Зелёного фонаря». Он там типа играет... Я «Зелёного фонаря» не смотрел. А, блядь, ты же ничего не смотришь. Но это вроде и не стоит смотреть, «Зелёного фонаря» все посмотрят. Ну, да, один раз можем посмотреть. Вот, и там он, короче, играет ёбнутого, и ему звери говорят там убивать людей. Думаешь, тут то же самое? Да, думаю, тут то же самое. Чуваки напились в баре, и потом им привиделись вещи. Ага. Вот это комбо. Блин, труба отличное оружие. Я уже долго с ней хожу и просто никто ничего сделать не может. Фига там труп-то навалился. Они тебя услышали, все такие с трубами начали ходить. У них нет скилла. Угу.
В этом городе одеваются все в одном стиле. Даже главный герой игры. Может, это какие-то типа этих братья? Большая семья. Я тоже буду за Халка. Я не понял, сейчас меня задамажило или пофиг вообще? Это для виду было так, для устрашения. Я думаю, задамажило. Ой. Эй, а как? А чё у меня ульти-то не делается? О. Сделалось. Опасное место, тут лучше не стоять. Но, как всегда, экран дальше не двигается. Блин, тут людно так на улицах-то. Нормальными такими толпами нападают. Убивать лежащих бесценно просто. Ого, фига. Это какой-то праздник начинается или что? Да, точно, это эти... теноры. Какие опасные теноры-то, блин, нифига себе. Зажали так, фиг что сделаешь. Блин, даже на две кнопки не помогает. Да блин. Просто так затолкал меня. Подожди-ка. Ой. Я, кстати, понял, эта штука с шипами... падает, когда кто-то из нас ресается. Типа как на врагов, что ли? Как в этом Streets of Rage. Когда выпрыгиваешь, они такие падают. О, там какая-то тусовка идет. Да. Слона там можем открыть? Вот слон закрытый, у него там вечеринка. Это закрытая еще. Только для слонов. Так, ну и что дальше? У меня последняя пуля для меня, и смотри, как он держит пистолет. Хочет застрелиться. Блин, я хотел над женщиной надругаться сзади. Но не, она не дала. Ну со мной такое первый раз. Старею. Первый раз всегда страшно. Я вернулся к своему исконному персонажу. Облику. Да. У него, по-моему, ударов больше. У него вперед-вперед есть. Или это у него... А, это у него добивалка такая. Я только над мужиками могу надругаться. Ну так, ковбой в голубом. Чё ты хотел? Какой-то маньяк. Ой, мамочки. Это же этот... Из Техасской резня бензопилой. Только он без бензопилы. Skin face или как там его? Letter face. Эй, он меня целует. Я пойду лучше с бабой общаться. Пока я инвулин. Ну а нет, все равно не успел настигать его. Пока ты инвулин, он месит меня. Блин, почему суперударный не делается? Надо накопить этих, что ли, панчей. Или панчей это жизнь, да? Ну, то есть эти кулаки это жизнь, да? Это жизнь, да, это хп. Блин, что он быстро выхлёстывает вообще. Ну это такой первый серьезный босс. А, хотя нет, первый был тот на динамичный чел. Но... В каком смысле серьезный? В том смысле, что он нас ебошит? Ну да, такой более-менее. О, тебе трубу дали, твою любимую. Спасибо, парень. Не, лучше... Дай нам лучше слона. Да. На нем бы можно было ездить. Как в этих. О, вот мой любимый меч. I have the power! Точно, слон теперь нам помогает! Эй! Ну, неплохо. Еще бы играть за него дали. Да.
Надо дать ему имя. Давай назовем его Дамбо. Нет, нас тогда этот Дисней засудит. Просто Дамб. Дамб С. Дамб С. Зато смотри, сколько труп тут развалилось. Просто на всех хватит. Лучшее в этой игре пока что это добивать лежачих. Да. И взрывы. Ох, нихуя себе. Это слон сказал? Ага. На, сука. Thanks. Спасибо, братья. Thank you. Фига их там сидело, они как клоуны из маленькой машинки. И тетки, смотри, нормально так, у них там весело было. Да, похоже, мы какую-то вечеринку испортили. Я не понимаю, кто злодей вообще в этой игре. В этом вся суть злодея, это и есть мы. Вся суть злодея в том, что они не понимают, что они злодеи. Поздравляю. Мы прошли игру. А, нет, только первый уровень. О. Тут главное не потерять трубу. Да, не потерять само задание. Ого, мыши. Подожди, звери же наши друзья. Не все. Никто не любит летучих мышей. Они должны умереть. Кроме Бэтмена. Ну да. Напоминает Аладдина, блядь. Последний уровень, когда на ковре летишь. А? Ну да. О, летучие мыши сами могут умереть от этих... Да. Огненных шаров. А! Ой. Он давай, ты же Индиана Джонс, я думал, у тебя опыт в таких местах. Думаю, я без кнута. Понятно. Ой. Оп. Отлично. Оп, оп. Ну, понятно, как всегда. Окей. Да, блин, инвул закончился. А, что-то я смотрю, меня нет. Не, а монетки уже. У нас уже кончились все монетки. Просто просадили все жизни. Да, элементы платформинга в такой игре. Это, конечно, бесподобно. Там потом еще будут гонки на мотоциклах. Поэтому, по туннелю. Power Tunnel, знаешь? Ага. Ну, это мы проходили. Ой, что это? Гонки на узкие земли. Это что-то новое. Бля, почему оно летит все в меня? Ты лови их там, лови. А вот кто за всем стоит. Пиздец, блядь. Я думал, это сейчас будет погоня за злым голубем. Да. На добрый. Я говорю, это друг, он нам помогает. Ну, звери вот. Наши друзья. И бревна он сбрасывал тоже, чтобы помочь. Точно. Ну, это он троллил такой, чтобы мы не расслаблялись. Опс. Ой. Там тетка взорвалась, что ли? Что это? Да. Она гранату кинула. Бешеная сука. Пум. Блин, он кидается ножом. А игруль-то ничего такая. А то. О, видишь, в некоторых местах, когда воскрешаешься, такая штука работает на нас. Почему ульта не всегда работает? Странно. Оп, босс. Опять такой же, только... Без маски. А, нет, он с маской, только под, да, цвет кожи. Да, она под цвет кожи. Видимо, это его лицо. Отвлеки, а пока. Раз оно просто было. Блин, я хотел, чтобы ты его отвлек, а я бы пока взял кнут. Но, видимо, не судьба. Как ты хочешь, чтобы я его отвлек? Разговорами? Хотя бы. Вот что вы думаете о ситуации в Сирии? Он такой, и умер. От скуки. Тац Максим Пюкак! Ой. Тац Максим Пюкак! Тац Максим Пюкак! Он мигает. О, вот это было синхронно. Братья драконы просто. А то. Тебе надо в красном в следующий раз выбрать Халка Хогана, и мы будем братья драконы. Да, только он там в розовом. Не, почему он в красном? Ой.
Блин, это же первый босс, почему их так много? Да, размножился. Они размножаются по чекованию. Фон им на руку наступает. Ой. Ой. Самоубильсама. Ох, не хук, блять! Это Red Hood. Это Red Hood. Что это за жесть? Реально же. Это еще и, блять, и Вулверин, и Сектор. Класс. А, нет. Это у него шляпа просто такая. Мне показалось, что у него такой колпак. Нормально, все равно. Сойдет. Без прорези для глаз. Ну это еще наполовину Вега из Street Fighter. Нет, это Вулверин. Ну да, вот такой фантом оперы. Да. Это все персонажи в одном, короче. Он, кстати, как начинает бить, там прямо не вылезешь из-под его атак. Выбирай в следующий раз в красном. Я уже привык за этого играть. Мально будем. Билли Джи... Билли Ли... И Джи... Бимми. Бимми и Джимми. Бимми и Джимми. Джимми, Джимми. Ача, ача. О, вот он... Этот... Можно лежачего было добить. Ну, видимо, все. Да, лучше посидите. Заперти. Там мы его, по-моему, насиловали. Чё там? Ой. Чё, снимать? Вот, да. Ебать! Это последний босс, который контролирует злых охотников. Что? Нихуя. Какой-то злой червь. А я всю базуку стрелял. На радости. Это же какой-то сплеттерхаус. Да, ёпта, мать. Что с бэкграундом творится? Почему все расплывается? Нам глючится. На самом деле его нету. Кажется, эффект бухла из того бара отходит. Да. Скоро мы пробудимся. Больше никакого насвая, короче, чуваки. Его вообще задамажить, интересно, можно в этот момент? Да, он мигает. Только не когда он крутится. Когда мы ресаемся, и на него этот пресс падает. В гайде ничего не написано. Безопасное место-то есть? А, есть. А так? Можно, короче, пару раз, наверное, его ударить, и потом он начинает раскручиваться. Как-то так. Да, только так. О, молодец, догадался. Позвони, когда он успокоится. Супер тактика. Такого захватывающего поединка с последним боссом, я думаю, никто еще не видел. Как ты их делаешь? Ну, две кнопки, да? Да. А почему у меня не делают, интересно? У меня клавиатура от Razer. Ну, у меня же раньше делал. Вот, а сейчас потом у меня не получилось тоже. Это ты как, пульнулся огненным шаром из кулака? Что? Нет, я думал, это ты гранату кинул. Нет. Из инвентаря достал. Может, это он что-то пнул? Хадукен! Хадукен! Во, это у тебя взрывной пинок. Точно. Ладно, ребят, можете выходить. Только синхронно. О, родила царица вновь. After many bloody battles, I have finally defeated the evil king of poachers. Poachers. I have finally defeated. Интересно, кто это говорит? Уж точно не ты. Да ладно. Взрывной пинок-то у кого? Чёрт. О, бесподобно. Ну, забавно, забавно. Ну да, неплохо. Я ожидал худшего. Угу. Правда, короткая очень. Угу. Может, сейчас откроется какой-нибудь там хард-мод.
И секретный персонаж. Да, злой вот этот голубь. Последний босс. Которым можно гадить. Да. И камни поднимать и бросать. Угу. О, ну прям концовка из «Звездных войн» шестых. Даже музыка похожа. Ну, не думаю, что кого-нибудь откроют, конечно. Может быть, только двух новых персонажей, одного в бандане, другого в шляпе. Mm-hmm. С новыми цветами, там, зеленых каких-нибудь. Вообще, конечно, забавное. Еще очень порадовало, что FPS не дропалось и никакого ресинхрона не было. Mm-hmm. Что довольно такая большая редкость в последнее время. Да уж. В общем-то, вот эта игра была в списке годных битэмапов, которых типа стоит заценить, и про mm-hmm. которых мало кто слышал. Ну, неплохо, неплохо. О, о, можно даже свои имена писать. Да, это классно. Дио и Деф. Чё, глухой, что ли? Ладно. Ну-ка, нажмём. На этом все, я думаю, второй раз не будем проходить. Ничего нет.